Привет, мой дорогой сын, привет, мой дорогой Олен. Убери пальчики, пожалуйста, я хочу тебя видеть, солнце мое. Ха, Привет. холод, пограничник, художник. Пограничником был, а художником есть. И психологом есть. И взрослый уже. Сколько тебе исполнилось? Хасан Магомедович, я расту, я расту, я вас тоже поздравляю с этим. Мне уже 55, однако. Вот именно, вот именно, вот именно. Я тебе еще раз поздравляю. Слушай, короче, я тебе хочу сделать подарок. Я сделал одно изобретение по нашему методу саморегуляции ключ. Я хочу только тебе его дать. Тебе и Шейли, больше никому. Да, пускай. Да. Но я должен его описать. Я, конечно, потом и дадим всем. Но первый это вы. Но первый это Отлично. Это что-то из новейших технологий по ключу? естественно. Ну, естественно, да. Это бомба, но слово бомба нельзя говорить, потому что подумают, что мы чем-то таким занимаемся. Это фейерверк. Фейерверк. Это супер. Это вообще выведет людей всех на новый уровень. Это вообще потрясающе. Ну, ты, короче, увидишь. Я такой радостный, что ты у меня такой молодец, и что я все-таки придумал эту. Не только тебе изобретение делать, так что учти. И не только Шейла создает какие-то новые вещи, ты учти. Я тоже еще, как говорится, есть порох в пороховницах. Вот увидишь. Покажи, что там у тебя, солнце светится. Ну, конечно, вы у нас гигант, вы же у нас главный изобретатель. Двигатель прогресса. Ты там Солнышко у нас море, что ли? сегодня, шикарный день солнечный. Кстати, я вам сейчас покажу наше море. Вы видите наше море? Я вижу наше море. Наше море. О, наше море, красота какая, да, а погода какая Мне солнечная. скажи, оно хоть чистое сейчас, нет? Ну, оно сейчас же осеннее, оно такое чуть-чуть бурлящее, ну, не изумруд, но нормальное, хорошее, красивое, солнечное Олег, я море. смотрю твои ролики все время, ты там говоришь. Как ты говоришь, улыбнитесь. И расслабьте плечи. Да, и расслабьте плечи, и приглашаешь на занятия. Молодец. Да, индивидуальные занятия. У нас же отработанный базовый курс, который всего три занятия. Три занятия человек получает навыки саморегуляции, решает свои жизненные проблемы, проблемы со здоровьем, межличностные отношения. А еще есть одно, но расширенное занятие по экспресс-обучению. Понятно. Понятно. Слушай, вот ты молодец, Шейла молодец. Ну, вообще, я так вами горжусь, не представляешь. Спасибо. Да, я очень счастлив. Да, так что давай. Я тебя целую. До связи. Я тебе представляю. Хасай Магомедович, я жду от вас подарок, новейшую технологию, где я первый об этом узнаю, а потом узнает вся наша школа и все ваши подписчики. Но я же первый. Мы с Элой первые Так в будем. том-то и дело, поэтому я тебе на день рождения это дарю. Давай. О, все. Давай. Это Ждем. супер, ты будешь рад. Давай. Всего хорошего, пока.